Всем привет! Меня зовут Ирина, вы на канале репортажи «Моя жизнь». Опять домашние дела. Не знаю, как вы, а я на кухне провожу очень много времени, ну очень много времени. Вот на данный момент у меня тушится мясо и готово картофельное пюре. Семья у нас большая, дети к нам приходят почти каждый день, поэтому еду я готовлю тоже почти каждый день. Знаешь, что многим хозяйкам помогают по кухне их мужья и приготовят, и посуду помоют. У меня такого нет. Володя мне не помогает. У него хватает своих мужских дел выше крыши. Ну, кто живет в частном доме, тот знает, что содержать его – это очень большой труд. Поэтому у нас занимается каждый своим делом. Я ответственная за еду, чистоту и порядок в доме, а Володя у меня ответственный за все остальное. Слышно, машинка стирает. Кстати, на Валберес купила новый стиральный порошок. Сейчас покажу. Вот он, это порошок-концентрат весом в 2 килограмма, рассчитан на 100 стирок и работать начинает при температуре воды 10 градусов. Чудеса. Дальше читаю. Гипоаллергенный, антибактериальный, экономный, биоразлагаемый. Расход на одну стирку от 20 до 60 грамм. Но это зависит от степени загрязнения вашего белья и от жесткости воды. Так, дальше. Подходит для всех видов тканей, включая синтетические и мембранные ткани. Чудо, а не порошок. Открываю. Порошок упакован в полиэтиленовый пакет. Сверху мерная ложечка. Давайте вскроем. Вот так вот он выглядит. Очень приятный и ненавязчивый запах. И обошелся он мне в 664 рубля. Иду на почту. Мне уже пришла посылка с семенами партнер. 3 дня назад делала заказ. И посылка уже на почте. Быстро, оперативно. В Челябинск еще заявку не отправляла. Галина Ивановна меня маленько тормозит, не может никак определиться с заказом. Ну ничего, мы еще успеем, время есть. Ну что, пойдемте получим и посмотрим, что в ней есть. Вот оно, наше отделение почты. Находится оно совсем-совсем недалеко от нашего дома. Ну сколько я? 2 минуты, наверное, шла. Там кот пришел, да? Да. Ага, сейчас. 14. Хочу билетик. Это 14. Вот это новогодний? Это новогодний, да. Ага. А 15 это уже будет на 8 число, на 8 января. Это который будет на 8 января? Вот этот? Сейчас поменяю, да. А раньше уже ничего не будет, да? Раньше нет. А сегодня? А, ну да. Это вот был 25-го, ага. Вчера тираж. Этот новогодний. А ну, вот этот вот. Давай один такой возьму, один такой. А вдруг? Телефон не нужен мой или что? Знаете, там? Нет, тебе нужно подарок. Понятно. И сейчас сделали без тираж, без телефонные, потому что многие берут подарок. Ах, вон оно да. Как. Есть, если ты подаришь, смс-ка к тебе придет. Понятно. А календариков вот этих больше не будет у вас, да? Все, нет, что есть? Думаю, что-то как-то скучно. Пожалуйста. Все, спасибо огромное. Ну что, давайте посмотрим, что тут есть. В том году я получала посылку в картонной коробке, заклеенную фирменным скотчем. Так, посмотрим, что тут есть внутри.
газета. Так. В фирменном пакете все те семена, которые я заказывала. Несколько сортов лука. Остальное будет в Челябинске. Так, томаты, кабачок. Заказала вот такую еще мелиссу какую-то апельсиновую. Посмотрим, что есть. Ну, как же без цветов-то? Ну, бархатцы два сорта. И вот такая вот петуния. В подарок получила вот такую вот газету-журнал. Очень много здесь интересного, полезного. Рассказывают, описывают сорта овощей, как их выращивают. Есть что почитать и чему научиться. Ох, какие красивые. Ну и купила два лотерейных билетика новогодних. А вдруг? Будем надеяться на удачу. Мне еще нужно сегодня почистить рыбку. Володь ходил на рыбалку. Большую половину улова забрали младшенькие. И слава богу, там тоже рыбку любят. Так, вооружаюсь ножницами, рыбочисткой. Облачаюсь в перчатки и приступаю к чистке. Вот такой окушок. Чистить его, правда, трудновато. Когда окунь мелкий, чистится хорошо. А вот такой вот уже покрупней. И чистить его потяжелее. Ну ничего, здесь его немного. Я справлюсь. Для начала обрежу все плавнички. Ножницы вот надо новые приобрести, а то что-то это совсем плохо уже резать стали. Лет 5, наверное, они у меня. Окушок с икрой. Красота. Опа. Рыбка готова. Сейчас я ее присолю. Пока присаливается окушок, я займусь еще одной рыбкой. У меня есть наисвежайшая карельская форель. Уже несколько лет подряд мы к Новому году покупаем эту рыбу и солим ее. Покупаем мы ее у мужичков, которые работают дальнобойщиками и ездят в Карелию. Вот оттуда-то они ее и возят. Не замороженную, охлажденную, наисвежайшую карельскую форель. Форель радужная, карельская, охлажденная. 22 числа выловленная. Сегодня у нас 26. 860 рублей за килограмм. Вес рыбки, которой я взяла, 2700. И вот на такую сумму она потянула. Разрежем животик. И посмотрим, нет ли там икры. Все вот эти годы, которые мы брали форель, она была с икрой. Скользкая, такая же, как и щука. Ой, маленький нож взяла. Не пойдет.
в этом году без икры. Вот она только-только зарождается. Но ничего страшного, на Новый год мы без икры не останемся. Я уже запаслась ей. Сейчас я ее аккуратненько разрежу вдоль хребта и освобожу от косточек. Филе готово. Как оно правильно вырезается, я не знаю. Сделала, как сделала. Вроде получилось неплохо. И еще для засолки приготовила вот такую вот смесь соли и сахара. Две части соли. Да, две части соли, одна часть сахара. Вот такая вот смесь. В засолке буду использовать еще кориандр. И теперь вот так. Оп. И вот так, как сало, обмакиваем в соли. Точно так же и рыбку со всех сторон. Вот так. Немного кориандра. И в контейнер. Плавнички тоже засолю. Володя их очень любит. Вот так вот. Опа. Вот еще от брюшка остался кусочек. Вот так я сложила рыбку в контейнер. Кусочки, так сказать, лицом друг к другу. Под гнет я ее ставить не буду. Я просто накрою крышечкой и уберу в холодильник. Уже завтра рыба даст сок, и в таком рассоле она может храниться достаточно долгое время. Через день уже можно будет кушать. А из головы и хребта я варю юшку. Сказал, сделать это лимон, ой, не знаю, как это будет жарко. Пока у меня жарилась рыбка, я успела сделать вот такую вот чудо-смесь. Эта смесь очень хорошо укрепляет иммунитет. Здесь чеснок, лимон, куркума и мед. Я такую смесь уже делала. Мы ее слопали. Испробовали ее на себе. И хочу вам сказать, что это реально работает. Ну что ж, мои хорошие, на этом все. Не болейте. Всем пока!